Как мы все знаем, без прошлого не может быть ни настоящего, ни будущего. Именно поэтому все, что нам известно сейчас о нашей истории, мы узнали либо по письменным источникам, либо по данным изысканий археологов. Найденный материал может рассказать нам куда больше, чем мы можем себе представить. В археологическом музее Берестия, будь то глиняные горшочки, печи, гребни, орудия труда, рассказывают нам не только о том, как жили наши предки, но и дают возможность прикоснуться к истории. Музей Берестия – это археологический музей. Здесь представлены предметы, которые были найдены в ходе археологических раскопок Петром Федоровичем Лысенко, который возглавлял Петр Федорович Лысенко с 1968 по 1981 год. Здесь у нас, кроме предметов, представлен уникальный экспонат. Это археологический раскоп, где находятся те же деревянные постройки города Берестия 13 века. Это уникальный случай вообще консервации таких деревянных построек. Где-то даже если и находили, то не всегда сохранялось. Вот, оно просто было засыпано. У нас же здесь музей. И здесь можно увидеть вот эти предметы, постройки в оригинале. Сегодня музей Берестия – это древний город под стеклянным куполом. Он разместился на территории Брестской крепости. Основа его экспозиции – аутентичный квартал древнего Берестия. Помимо раскопа, музей славится и другими не менее важными находками. Предметов уникальных довольно много. Есть обычные предметы быта, которые позволяют понять людям, как люди жили в то время. А если брать в целом из такого довольно уникального, это гребень-алфавит. Вот 13 века, который в Беларуси единственный пока, вот 13 букв вырезано, шахматная фигурка короля, ну, тоже дубовая рала 13 века, ну и ряд предметов каждого научного, в том числе сотрудника, есть какие-то предметы, которые ему больше нравятся, которые он больше рассказывает. Вот поэтому, ну, про какой-то предмет можно рассказывать много, вот, та же цера, вот, дощечка, на которой писали люди, обучали письмо, то есть позволяет о чем судить? О том, что люди были довольно грамотны в то время, вот, горожане знали грамоту, использовали ее, то есть не просто, что люди просто жили в этих домах, вот, и были малообразованы, нет, знали грамоту. Обнаружение таких ценных артефактов было бы невозможно без них. Археологов, людей, которые возрождают прошлое, обладают интеллектуальными способностями и широким кругозором, скрупулезны и точны. Одна из таких – Мария Кучук, старший научный сотрудник Брестского областного краеведческого музея. Женщина раньше активно работала в музее Берестия. Свою деятельность в таком культовом месте Мария Алексеевна начала случайно. Однако исторические факты, раскопки, артефакты настолько ее затянули, что она не заметила, как работает на любимом месте 38 лет. Мне было предложено прийти в краеведческий музей попробовать. Я пришла, и мне директор встретила меня и сказала, что вы нам подходите, поговорив со мной, и будете вести раскоп, будете работать в музее Берестия. Для меня это было как бы очень большой радостью, потому что, будучи студенткой, мы приходили сюда, когда здесь еще велись раскопки, и было очень интересно смотреть на вот это все. Ну и, конечно, я уже осталась здесь. Быть археологом довольно интересно, но и, конечно, трудно, потому что перед тем, как проводить археологические исследования, необходимо поработать в архиве, посмотреть какие-то карты, какие-то сведения, какие-то летописи. И потом уже начинать вот эту работу. Обнаружение того или иного ценного артефакта всегда запоминается, когда работаешь с археологом с большой буквы. Марии Алексеевне когда-то давно посчастливилось поработать с выдающимся археологом, уникальным человеком Петром Лысенко. К сожалению, его уже нет с нами, однако воспоминания и эмоции о работе с этим человеком у Марии Кучук остались до сих пор. Эмоции, наверное, захватывают, когда встречаешься с необычным человеком, с археологом, с настоящим археологом, потому что это было в 86-м году, когда он приехал сюда на летний период делать проводить какие-то исследования. Мы познакомились с Петром Федоровичем Лысенко в 1986 году. Он приехал для проведения очередных своих исследований на этом месте.
А я уже тогда занималась именно раскопом. Мне это была такая как бы обязанность у меня. Где я ходила ежедневно, приходила сюда, рассматривала постройки, делала на миллиметровой бумаге, замеряла каждую постройку и на миллиметровой бумаге делала чертеж такой, вот, подлинный. И потом мы с ним уже здесь в раскопе, это был первый год, 86-й год был первый, когда мы с ним в раскопе немножечко здесь зачищали что-то. Сегодня работа археологов нужна и важна обществу, что доказывает неподдельный интерес к артефактам археологического музея Берестия, как брещан, так и гостей областного центра. Когда посетители ходят по музею Берестия, то даже не замечают, как пролетает время, ведь все экспонаты просто завораживают, так и манят своих посетителей погрузиться в историю Средневековья. Мы вообще-то с Минска приехали сюда чисто на экскурсию посмотреть город и крепость побывать, посмотреть. Вот здесь очень даже интересно. Муж сам с Бреста, он здесь родился, поэтому он знает эти места. И нам предложил сюда сходить. Я впечатлена. Мы приехали из Санкт-Петербурга. Мы знаем про Брестскую крепость, потому что я читала книгу Смирнова там очень давно. Знаю историю. И когда мы сюда хотели приехать, мы также узнали в интернете, что вот есть такой музей в Бересте, и очень интересно было бы посмотреть на вещи, которые много лет вот, своими глазами. Тысячу лет проходит, а творения человеческих рук, они остаются, и можно увидеть своими глазами. Эмоции, ну, хорошо, очень хорошее впечатление это на меня здесь. Ну, да. Не знал, что здесь так красиво, Брестяне. Я знал Брест только с карты или так. Первый раз здесь, то и мне очень нравится здесь. Сегодня музей Берестия наиболее посещаемый из музейных объектов. С момента открытия здесь побывало более 3 миллионов человек из 37 стран мира. Берестия в Бресте – это по праву бренд и визитная карточка нашего тысячелетнего города.